В Пекине открылся китайско-кыргызстанский инвестиционный форум. Он проходит в рамках официального визита премьер-министра Кыргызстана Темира Сариева в КНР. Главная цель мероприятия – открыть новые бизнес-возможности для жителей обеих стран. Среди участников форума – министр экономики Кыргызстана. По его словам, кыргызское правительство стремится сократить административные барьеры для всех инвесторов. В стране самая либеральная налоговая система среди стран-соседей. Дешевая электроэнергия и рабочая сила. Делегация бизнесменов из Кыргызстана привезла в Пекин презентацию об инвестиционных возможностях в стране. Премьер-министр Темир Сариев пообещал, что обеспечит китайским инвесторам самые благоприятные условия для ведения бизнеса. Я могу так сказать, Кыргызская республика нуждается, потому что мы находимся сейчас в транзитном периоде, нуждается в больших инвестициях. Нам надо развивать нашу инфраструктуру. Это ирригация, это логистические центры, это автомобильные дороги, это железная дорога, это авиасообщение, это создание инфраструктуры вдоль экономического пояса Шелкового пути. И все это даст возможность нам быть вовлеченным в этот процесс и использовать те ресурсы, которые может дать Китайской Народной Республике. И поэтому мы приветствуем такое решение, и мы создаем и будем создавать самые благоприятные условия, защищая инвестиции бизнесменов из Китая, создавая для них самые благоприятные условия. Мы думаем, что сделаем наши отношения более тесными и более глобальными.